Здравствуйте, меня зовут Денис Щеглов, я представляю компанию «Петроглиф». Мы привезли на эту выставку нашу воду «Петроглиф». Натуральная, природная, минеральная питьевая вода. Добывается в селе Алтайское, Алтайского района, Алтайского края. Поэтому мы называем ее трижды Алтайская. Эта вода обладает богатым минеральным составом. Она гидрокарбонатная, кальциевая, магниевая, с общей минерализацией где-то от 0,3 до 0,7 грамма на литр. Сейчас у нас в ассортименте два вида упаковки. Это бизнес-формат 1,25 литров, предназначен для торговых сетей, для организаций, которые осуществляют закуп для своих нужд. И вода индивидуального формата 0,375. Эту воду легко положить удобно в сумку. В любом месте она может быть рядом с вами. А вода добывается со скважины глубиной 81 метр в Алтайском крае, прямо в предгорьях Алтайских гор. Как известно, Алтайский край и вообще этот район знаменит тем, что в округе 800 метров нет предприятий из промышленного производства. Соответственно, экологическая обстановка весьма благоприятная. Источником служат ледники в горах. Она и вкусная, и очень полезная, и, естественно, экологически безопасна. Мы представлены в сетях местных. Алтайский край, Новосибирск, это Бахетле. И сейчас наша нацеленность на Москву. Мы уже заключили договоры, поставляем нашу продукцию в торговую сеть «Глобус Гурме». Сейчас ведем переговоры с торговыми сетями «Азбука вкуса», «Алые паруса», «Метро», «Кэшенгэри». Международный рынок для нас весьма интересен. Именно участвуя на этой выставке, мы получаем очень много запросов, которые касаются нашей продукции, проявляют интерес. Это и китайские компании, компании из стран ближнего зарубежья, СНГ. Это Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан. На самом деле нам достаточно легко проводить нашу рекламную кампанию, потому что бренд сам по себе интересен. Уникальный дизайн, нетрадиционный формат, объем 0,375 и 1,25. Поэтому интерес проявляется уже вполне естественным образом. Ну и, конечно, мы используем такие каналы, как социальные сети для рекламы нашей продукции, в глянцевых журналах, такие как «Вокруг света», National Geographic. Как я уже сказал, наша нацеленность сейчас в первую очередь на Москву и Московскую область. Для этого мы открыли свой собственный склад в городе Видное в Подмосковье, откуда имеем возможность оперативно осуществлять поставки, исполнять заказы наших потенциальных и уже существующих клиентов. И в дальнейшем мы планируем только развивать как собственные склады, так и сотрудничество с крупными дистрибьюторами, на которые мы можем поставлять напрямую с завода, с Алтая, отгружать. Мы на выставке «Продэкспо» участвуем впервые. Мы, во-первых, получаем отклик от наших потребителей, как конечных, которые покупают воду в магазинах, так и промежуточное звено в виде в лице дистрибьюторов. И здесь мы видим, что выбрали правильное направление движения. Мы понимаем, что нам еще необходимо сделать для того, чтобы стать ближе к нашему потребителю. И какие пожелания нам необходимо будет учесть в дальнейшем, куда развиваться. Например, выходить с новыми форматами, новыми продуктами, какие-то иметь договоренности в области логистики.